Как необычно. Я очень давно не была в таких подъездах. Как бы, с одной стороны, ты вроде бы всю жизнь вырос в таком, да, антураже. А с другой стороны, когда давно не был, все кажется очень непривычным. Газ пущен. Это они просто знали, что мы придем и устроим здесь жаришку. Поехали. Та-дам! Оп! Здесь есть шторка в цветочек. Это так мило! Я еще ожидаю какие-то большие сюрпризы. Так, ну, у нас есть холодильник, это уже неплохо. Мне нравится. Что мы имеем? У нас есть пол очень странного цвета. Очень странного. У нас есть не первой свежести обои. Они такие, знаете, флёр винтаж. Но на самом деле у меня такое количество идей, что здесь можно снять, как это можно все детализировать. Поэтому давайте уже быстрее приступать и будем пилить контент. Самая обычная. И нам нужна вода. Красивые предметы в этой раковине. И добавим чуть-чуть мощности. Добавим чуть-чуть воды. Убираем лишние детали. Очень классно всегда работают контрасты. Когда мы с вами помещаем что-то, что совершенно не характерно для этой среды. Одеваем все самое лучшее, дорого, богато. И вот в таком интерьере мы можем создать очень прикольную картинку. Не слишком мокрая. О, она очень мокрая! Так, ладно. Мы берем лейку. Это будет нашим виртуальным телефоном. Залазим, принимаем красивую позу. Контент в таком пространстве, это очень прикольно. Вот знаете, честно могу сказать, у меня супер такая инстаграмная квартира, как из Пинтереста, кучу локаций, где можно сфоткаться, но у меня не получаются такие атмосферные фотки, как здесь. Это же настоящий винтаж. Еще хотела сказать, если вас некому фотографировать, это, мне кажется, самая стандартная проблема и вопрос. Мы берем самый стандартный, самый обычный штатив, который продается просто везде. С ним идет всегда пульт дистанционного управления, и мы фотографируем себя. Мне нравится, когда в кадре все небрежно. Ну вот, не знаете, когда нет ощущения, как будто бы специально кто-то старался, что-то там ставил и так далее. Вот чем небрежнее, тем лучше. Знаете, сегодня мы вам показали, что на самом деле неважно, какая у тебя квартира и какого цвета пол. Если у тебя есть конкретная цель, то любые обстоятельства будут для тебя на втором плане.